мы за съемками видео летали, короче. Летали. Долетели вот до этой фигни. До этой фигни мы долетели. И рядышком там построили себе дом. И тут написано, все мы в душе хлебобулочные изделия. Все мы в душах хлебобулочные изделия. А вот и дождь, кстати. Дождик, приходи! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да нет, ну просто про... Это, ты говорил в душе, и тут сразу дождь пошел. Душ? Вот. А, так-то это дом Панты, но я тут тоже живу. Видите? Тут, оказывается, здесь есть сливы, чеснок, баранина есть, вишня, груша есть даже, фруктовый салат есть, что-то не дал. Ничего не дал. И каштан. Да что ты дверь-то за собой не закрываешь? Не спи. Короче, на. И стал? Да. Зачем? Ну я же из него ничего не делаю все равно. А одна штучка у меня осталась. Ты понял, что из него можно сделать меч? У меня лень и типа все такое. И я тебе сейчас сделаю меч. Ну ладно. Только я его посею опять. Он очень красивый, смотри. Погоди, покажи. Спасибо. Он как алмазный забираю себе. У меня такой же есть. Вот это. Я буду этим мечом скелетов бить. Прям специально для скелетов. Мои скелеты. Если это еще будут, как не стало, дашь мне, а ты хочешь кое-что сделать. Ладно, пойдем в шахту. Тебе так придет в шахту идти? Да. Подожди, тогда мне надо еще кир. А, нет, у меня и так много. У меня тоже. Ну, нам... Давай. Надо еду взять. У меня, знаешь, как в сундуке вся еда хранится? Вот здесь. Понятно, все, пошли. Скинь всю еду мне, я туда пью. Не скину. Я потом не смогу еду брать оттуда. Я тебя буду укладывать. А если тебя не будет, а я буду играть? Я тебе буду давать, когда буду ходить. А если... Не так уж и много буду давать. И не так уж и мало почему буду давать. Ну, я тебе не всю еду отдам. Ты это, поножи одень. А то холодно, ноги простужу. Да, дождь идет вон. Валенки. Валенки. Короче, тебе некоторую еду отдам. Это что вообще? Это еда. Слушай, зачарованные орехи. Крепкий орех. Черные орехи, да. Да, потому что когда Эйл держит его, то как бы это он зачарованный. Он зачарован. Отлично. Подожди. Ничего ты мне дала стрелы, я не понимаю. Будешь делать лук. А зачем мне лук? Лук, чтобы есть. Отлично. Точно прям вообще так. Четко. Да, так четко. Я сейчас это музыку там портал слушала. Офигенная просто. Я поставила лайк на канале, мог посмотреть. А что за музыка? Там это про игру портал. Вообще тебе музыка мне так понравилась. А что за игра? Ну там это, ты там, короче, вылетай с крыши, я тебе... Ну, эта игра, я не знаю, там смотреть надо, летсплей все. Да? А, кузнечик! Где кузнечик? Кузнечик, я тебя убью! Ай. Ладно. Люблю я убивать насекомых, даже в реале. Идем. Господи, гонит. Панда гонит кузнечика. Господи. Господи, скатилась. Господи, Иисусе. Фанта скатилась. Фанта скатилась. У нее больше не хватает жертв, у нее только кузнечики. Скатилась. Да. Там где? У Фанты больше нету жертв, у нее только кузнечики и всякие жучки. Можешь постоять здесь, подождать меня? Могу.
Я иду за хлебом. Ну, я за хлебом. То... Кстати, теперь еле-еле можно добыть семена этих пшеницы. Я знаю. Где эта еда-то? Вон. Фу, я живу. Прикол, я дорогу ломаю. Да блин, опять этот кузнечик около дома. Где? Это кузнечик, да. Подожди, я его убью сейчас. Стоп! Я его убила. От него только один опыт выдали. Ну блин, я тоже хотел его убить. Какие мы кровожадные, тут ноем из-за того, что не можем без кузнечика. Где? Где? Я хома. А? Я хома. Не надо, стой. Всё. Я была около тебя. Окей, иди сюда. Куда? Слушай, так смотрится, стоит Эйл в броне и держит магией салат фруктовый. И жрет его вместе с тарелкой. Ты где? Я нигде. Ладно, сейчас я к тебе лечу. Я буду играть со второго лифта. А чё так? А мне хочется посмотреть, как я выгляжу. Я держу магии меч, это так мимо. Это так мимо. Слушай, я даже не планировала, что у меня магия будет синим цветом. Да? Точнее, голубым, да, она мне сама так стала. Я так просто меч чисто взяла, да? И вот это синим таким. Пойдем. Хотя у меня и так магия синяя должна быть. Интересно, если тебе его сделать и посмотреть, как, каким цветом магии. Он мне не пойдет, Рок. Да? Угу. Там это летишь или идешь? Я иду. Нет. Где, блин, я был? Что ты смотришь? Я рыцарь. Ты меня защищаешь, все. Я тебя не защищаю, ведь ты мой холоп, а не я. Ну как сказать? Хлопчик ты мой. Хлопчик. Хлопчик, холопчик. Холопка. Хомка, холопка, лопка. Лоп. Лёпка. Так звали мою морскую свинку. Мишин. Мы её съели. А? Чего вы её? Съели. Господи, какие... Собирает меня... Во имя сатаны ломайся. Во имя Джея, да? Да. О, все. По дороге будем. Вау, портал ват. Все, я в лютую дискордию возвращаюсь, пока. Так, я поняла, куда ты идешь. Ой, я стой, я хочу к тебе. Я возвращаюсь домой. А он не работает? Он работает. Наверное. Да, надо будет. Все зависло. У меня тоже. А, нет. У меня отвисло. А у меня тоже. Осторожно, не падай. Ура, я дома! Ура! У-ху! О, что это за... Для чего надо... Где? Это что за фигня? Мы должны держаться вместе, ты мне. А, вот. Нет. Чего ты не могла увидеть? Да. Точнее, увидела, но не могла понять, что это. Где? А там какая-то руда странная. Вот. Тут? Ты где? Я здесь. Кстати, мне нужен этот. А? А, тут все зачаровано. Лол. Зачарован. Это не зачаровано, так, а это... А, привачено ты где? Привачено, я знать тебя. Да? Ну ладно, пойдем. Это наш дом! Лол. Да, нам нужно, кстати, здесь это подобывать адского камня. Угу. И грибы. Только здесь все запривачено. Не все. Все. Не очень. Блин, все запривачено. Ты где, блин? Я, блин, лечу. Где, блин, летишь? Пофиг, разделимся. Вот ты где. Кстати, Эйл, грибочки. Они... Погоди, мне надо проверить кварц.
Все, за это. Если что, то ты мне кварту добудешь. А ты мне грибочка попал. Блин, почему тут все... Мои грибочки, мои грибочки, почему? О, кстати, еще один портал. Для чего? Попробуй тебя. Окей. Слушай, как это выглядит? Ну. Это очень мило смотрится. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ты не умерла? Нет. Благодаря моим поножам? Да. А еще благодаря тому, что я адский камень. Смотри, что я нашла! О. Это же сундук и вагонетка. А он специально, чтобы кого-нибудь призвать. Ты его не сможешь. Ну ладно. Куда делась? Я улетела. Пока-пока-пока-пока. А, вот у тебя есть. Блин, мне опять эту песню приспичило. Я уж поняла. Я с тобой. Я знаю. У меня на затылке глаза. Слушай, мы так сможем найти башню с полетами. Да-да-да. Ну что, здесь грибы добываешь? Нет. Ну, кому надо столько фигни запривачили? Вот именно, чё они всю дискордию запривачили? Ну да. Пофиг, да? Я тут живу, мне пофиг. Это твой дом, да? Да-да-да. Здесь всё моё. Да, здесь всё моё, это вообще, ну, вообще тут всё. Я главнее тебя позвоню. Ладно, тут всё твоё. Я же демон, а ты дух какой-то. А Джей главнее тебя, лол. Я демон главнее сатаны. А, ну ладно. Ты что, домой? Да, мне скучно, здесь все запривачено. Я кстати, тоже. Где я появилась? Кстати, а где я появилась? А где я? Где мы? Вот мы находимся. Мы в полной... Ну, ты поняла. Гармонии. Так нельзя. Мы в полной гармонии. Так нельзя. Так нельзя. Ты куда идешь? Я лечу. Вверх под облака. Да, да. Кстати, Эйл, стой тут. Я поняла, где ты. Знаешь, тут так темно все. Кстати, интересно, почему пегасы падают и вообще себе ничего не переламывают? Да, кстати. Это как-то... Очень интересно. Это слишком... О, снег. Я что, уже в космосе? Снег? Да. Я лечу за тобой, я не вижу снега. Ну, я тебя подожду. Знаешь, даже такой Новый год сейчас заскринюсь. О, вот снег пошел. Слушай, это что-то... И тут я понял, что что-то пошло не так, да? Да. Потому что шел, тут внезапно снег пошел. Это Новый год. Ты заскринила с собой огни? Да. Нет, я только себя заскринила. Слушай, так ты куда? Я сейчас заскриню. Ладно. Ты где? А. Так, погоди. Стой, я скриню. Застой. Так, скрин. Да блин! Короче, пофиг. Ты где? Я лечу наверх. Слушай, тут дождь, тут раз и внезапно снег пошел. Да. Слушай, это мы в космосе, наверное. Давай падать, а то неинтересное видео какое-то. Не, давай мы еще чуть-чуть пролетим и будем падать. У тебя сколько, какой уровень? В смысле, как посмотреть, какой уровень? Ну там, где уровень? Опыт. Первый. У меня 24-й. Ну все, давай падать. Долети до меня. И давай, кто быстрее упадет. Давай, на счет три. Погоди, стой. Раз, два, погоди, три. Чё? Ты там падаешь? Я, да. Чего? Так исчезла. Я первая. Если бы здесь ПВП работал, я бы тебе... В
бах-бах-бах. О, Димон, Димон, Димон. Где, где, чего, когда? Ой, Димон. Я тоже Димон хочу. Свин. О, береза, березки. А я знаешь, что сейчас сделаю? Раскрыли меня на диване. Нет, я соберу. Мой диван надо. Я соберу железо. Без меня? Да-да-да. О, я пойду курицу. Хотя она все равно запривачена. Курица запривачена. Как это так? Ладно, давай домой. Нет, подожди, я хочу убить свинью. Я дома, я дома. Ура. Почему свинья запривачена? Почему тут? Кому надо зверей привачить, а? Да, вот кому это нужно? Где? Я дома. Я тоже. Сейчас, давай, давай. Да как ты пролетаешь сквозь стену? Ой, ты ж. Сквозь потолок, господи, как? Как сквозь потолок? А, вот, смотри. А вот и я! Где? Ты где? Я тут. А вот ты я. Слушай, это был фейл. Выходишь, да, плачешь? А вот ты я. Это скример. Новый скример. Только не эту, да? Да. Слушай, Five Nights at Freddy's, да? Five Nights at Freddy's 3. Я помню эту песню Five Nights at Freddy's 3. Блин, эту песню мне тогда очень нравилась. Какая? Five Nights at Freddy's 3? Да. Ну, вообще не тот, не Ливинг Томпсон, который придумал. Ну, я знаю, Манда Пони, что ли, я ж не помню, кто там пел. Нет, это не Манда Пони, это тот другой. А, это, я все поняла, кто. Это Five Nights at Freddy's 3. Five Nights at Freddy's 3. А у него... Как-то так. Ну да, ну... Что-то там... В страхе, что-то там поется там. Ты где вообще? Я ломаю верхушки деревьев. Лучше бы ко мне пришла, я тут по дороге иду, иди сюда. По дороге такая вообще, слушай. Ладно, ладно. Так. Вишня, где ты? Господи. Смотри, ты меня видишь? Нет. А ты меня видишь? Я тебя. Я твой ник видела. Вах, вах, вах. Видела? Видела, но он исчез. В пространстве и времени. Ты где, Господи? Ты где, Господи? Господи Иисусе, ты где? Да, ты где? Я летаю. Я тоже. Значит, мне надо идти, а не летать. Под деревом. Как тогда? Где ты? Где ты? Под деревом. О, кстати, я очень хочу кое-куда пойти. Куда? Вот дороги в другую сторону. А я нашла... О, алмазы! Нет, это не алмазы. Это не алмазы. Это просто... Я иду по дороге в другую сторону. Это апатит. А? Это апатит. Скелет. Что это? Скелет? Это группа скелет? Что? Скелет. Слушай, скелет это монстр и скелет это группа. Лоу. Лоу. Ага. Так, что это за трава? Это же ягода. Я ягоды собрала. Чернику, ежевику, клубнику. А я в шахте собираю апатит. Слушай, я собрала клубнику, ежевику и чернику. Я же почему? Я ягоды не нашла. Да ладно. Эйла, вы помирились с Фокси Тайм? Нет, она даже мирится. А ты хочешь мириться? Если она не будет мне мозг выносить своими картинками. Картинки сверхъестественные. Мозг, вынос и т.д. Да, надоело. Я, конечно, смотрела, но я не подсидала на такую. Ну да-да-да. Она прям уж так подсела, что уж прям уже... А еще это... Вместе с этой, с Клоудирой тоже подсели. Клоудир. Я Клоудиру в час 200.
И только а это... про Микидэш я вообще молчу. Я тоже. Что творится в этом мире? Конечно, я кстати вытащила по просьбе кое-кого. Кого? Джейка? Дай угадаю, Джейка, да? Уже угадал. Я ее вытащила. Этот Джейк, Джейк мне сегодня мозг выносил, ты сама знаешь. Да. А еще называет себя царем логики. Оно логики, слушай. Да-да-да. А вы что, в одном городе живете? Ну, типа. Слушай, знаешь что? Как он? Сейчас скажу. Во-первых, я нашла сахарный тростник. Он настолько сахарный, что я вообще... Слушай, у меня уже столько апатита, что вообще... Слушай, я нашла кое-что очень интересное, тебе понравится. Что? Это называется, знаешь как, это называется зимний биом. Хотя это, мне кажется, не зимний. Кстати, что там с зимней тыквой? Она как бы... Не знаю. Я не знаю, что с ней творится. Ты не знаешь, что творится в этом мире. Ты не знаешь, что творится с этой тыквой. Ты не знаешь ничего, лол. А сколько мы минут будем снимать? Как это, Жень, пишешь, лол, сама такая. Это как? Ну, это называется, это, человек считает это обзывание. Да-да-да. Интересно, можно посадить кусты черники и так далее? Так. Мелан Вин. А мне плевать. Стрелка слушай, показывает а ты... в стену. Мне идти в стену? Нет, спасибо, я не хочу. Слушай, а знаешь, что можно сделать из апатита? Не знаю, значит. Слушай, я написала там в описании, чтобы люди оставляли IP для другие брони сервера. Я знаю, я знаю. Ноль комментариев, точнее. Угу. У людей ноль эмоций. Да-да-да. Обидно что. Я просто тыкаю. Так. Слушай, не так сильно лагает, как вчера. Зимний биом, зимний. Хо-хо-хо, тебя прет на зимний биом. Я собрала какую-то фигню. Это что? Это хлопок. Подушки делать будем. Ей. С хлопком. Будем делать подушки. С хлопком. Слушай, как пони спит. Слушай, здесь это... Здесь два биома одновременно. И летний, и зимний. Я хочу зимний биом. Это... Мне тянет туда просто. Я не могу, хочешь... я не могу. Ты хочешь в школу? Ты хочешь, чтобы был... Хочу, чтобы Дед Мороз не дарит мне подарок. Да? Я это в печали. А мне дарит. Лол. А я не верю в Деда Мороза. Я удивлю, да? Да. Мне кажется, ты сама знаешь, что это не существует. Нет. Погоди секунду. Ну ты пшеницы, у меня есть семя спёклы, у меня есть семя чеснока и самое-самое лучшее. Знаешь, что у меня есть? Что? Вообще офигенно просто. Знаешь, что у меня есть? Что? Семя баклажана. Это для меня прям. Да-да-да. Как же все запущено. Я просто шла по дороге и тут попала в биом этого болота. И тут, короче, грибы растут. Да? Эти грибы все мои, да. Да, но у нас нет мухоморов при этом. Баклажан. Слушай, ну самое вот семечко этого, как оно называется, пшеница, да? Оно это. Так долго, так бывать его долго. А баклажан надо просто потратить. Эй, а ты сколько минут уже снимаешь? 27, а ты? 25. Конечно, ты, наверное, на этот на паузу ставил. Да. Блин, плохо, что меня плохо слышно. О, еще какие-то семена. Ну-ка. Наоборот, тебе нормально. Ревеня или что это? Ревеня? Черники у меня есть. А может быть это ремень? Ремень.
Пусть у меня семечки черники есть, все, живем. Все. Нет, ну с баклажаном мы и так жили, а вот с черникой это вообще. Еще какая-то семечка, ну-ка что-то. Это канту. Кан. Слушай, канталупы. Слушай, а зачем нам нужен апатит? Я не знаю, надо творить в интернете. Я много крафтов здесь не знаю, я спрашиваю людей, для чего мне нужно олово. Я не много для чего, для чего. Бобовые семя, нам нужны бобы? Читай чат. Бобы нам не нужны. Слушай, Эл, читай чат. А? Читай чат. А что можно сделать из апатита? Что-то? Да-да-да. Все, хватит добывать семена, у меня и так получено. Да-да-да. Удобрение. Удобрение? Что? Ну ладно, сейчас посмотрим. Я сомневаюсь. Нет, а на спауне присутствует портал в ад. Ура, ура, там есть портал в ад. Да нет, я просто спрашиваю. Кстати, правда, из апатита можно сделать удобрение. У нас есть зола? А торф у нас? У нас есть торф? У нас нет торф. А, блин, жалко. Но у нас есть еще хлоп. У нас очень много подушек будет. Вот тут смеешься. Я не знаю. Так, торф. 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 Хочешь, я тебе цветочек подарю? От всего сердца и от почек я дарю тебе цветочек. Какой именно цветочек? Он очень красивый, он голос. Орхидею, хочешь тебе? О, давай, давай. Он очень красивый. Намойте, да? Я сейчас разбежался. Так. Что там у тебя болтает? Баба болтает. Ты можешь не идти домой, потому что я... Я домой. Ну, домой. Телекорд ин... СМС. Это написано СМС, господи. СМС-ка? СМС-ка пришла. Я просто, знаешь, куда пошла? Куда? Вот, помнишь нашу дорогу? Да иди в противоположную сторону. То есть перед домом, который, да? Ну, вот, да, который у нас рядом с домом, мы потом, ну, туда ходим, да? Угу. Там есть еще дорога в другую сторону. Я знаю. И можешь идти туда. Я иду туда. Вот, окей, если ты меня не найдешь, я не знаю. Так, придешься. А ты где именно на этой дороге? Я уже в каком-то... Погоди, я в какой-то дом. Ты далеко? Я очень далеко. Ну ладно. Буду тебя искать. О, территория пони по имени Лейтста. Так. Можно делать фиолетовые таблички. Это правда, что ли? Да, тут на фиолетовой табличке написано территория пони по имени Лейтста. Это правда, что ли? Хочешь я тебе эту демонстрацию включу? Территория кого? Лейтста. Стар какой-то. Стар? Да. Блин, вот Лайтс, у нее тоже фамилия Стар была. Ладно. О, здесь дорога идет в две стороны, похоже, я пойду по другую. Я иду по правой стороне. Так, Эйл, я тебя не вижу. Конечно, я очень далеко. Ты пока там это, с каким-то этой фигней там сидела. Я тут уже далеко. Слушай, я должен отбежать. А ты фиолетовую табличку заскринила? А ты ее увидишь, ты будешь смотреть мой этот летсплей, там увидишь фиолетовая табличка там. Да ладно. Да, я нашла мухомор большой. Как же все запущено. Ага, мы живем на супе. Все, мы. Мы сделали все, что нужно было в этом летсплее. Да-да-да. Слушай, вот я уже 30 минут снимаю. Как ты думаешь, мне заканчивать? Нет, не надо. А то мы должны вместе будем заканчивать, а летсплей опять не начнем. Когда? Опять 40 минут, да? Прошлое видео у меня было 54 минуты. Ну, давай 40 минут хотя бы доснимем. Знаешь, сколько у меня грибов? Сколько? 14... А мухоморов 18 обычно. Да?
Потому что обычные они везде встречают. Слушай, Эйл, я уже по этой тропе уже иду, иду и тебя не найду. Ну что, обратно лететь, что ли? Иди домой. Ты мне так приказываешь, как я не знаю, волнуешься за меня, да? Да. Не волнуйся, я приду. А то я тебя-то не могу найти. Вот такие должны быть друзья. Да. Домой призывать вовремя, да? Да, я призываю демона вовремя домой. Лол. Дух сатана. Ой, дух ада, точнее, дух сатана отлично. Вообще, я дух Джей вообще, слушай. Дух ада, а как его? Фиолетовая табличка! Самого дьявола домой призывает. Фиолетовая табличка, я ее видела. О, окей, иди туда. Знаешь куда? Куда? Короче, иди прямо дальше и направо, по-моему. Я не очень далеко от нее. Блин, я паучки мои любимые. Не, ну реально, ты сказал дух сатаны, я что, дух Джея, что ли? Слушай, а с этого очень научил. Видно, я зачем мне. Что это? Пола белого гриба. Что? Мне не нужен белый гриб, мне нужен это. Да? Мне нужна нитка. Ну, Эйл, ну иди домой. Нет, иди, лети ко мне, я это. Тебя убьют. А там что на фиолетовой табличке было написано? Тебя, да? Территория Лайтстар. Окей, я лечу обратно за тобой. Вот, привет. Ура! Идем за мной. 40 минут снимать будем, да? А у меня уже 36, а у тебя? 32. Ну тут неинтересно. Да-да-да. Можешь лететь. Ну, погоди. Чего ты где? Сейчас, погоди. Секунду. Читай чат. Только вот ты не... Что? Кстати, если ты играешь с обычным этим, с текстурпаком. Да. Розочки мои. А это фигня, которую я выбила с пука. Розочки. Если что, да, это то, что я выкинула. Розочки. Вот. Надо тебе знать, это мое, то, что я выкинула. Я это подберу. Ты розы собираешь? Да. Надо тебе Кайтимаку розу сделать, слышишь? Нет, это слишком просто будет. Ну ладно, я знаю, я придумала. Какую? Там, короче, знаешь, там крылья, да? Угу. Поет, такие адские. Да. И роза посередине. А что, прикольно. Я нарисую. Угу. Тебе понравится. У меня что-то 7 минут снимать. Ты где? Сейчас приду. Ох, господи. Иди сюда, поняшка. Слушай, Эл, только надо придумать, что эта крестимарка обозначать будет. Ну, ты же как бы ад. Как бы ад и розы. Адская роза. О, да, все. Роза сатаны вот. Нет, духа ада. Здесь кто-то умер. Он попал в ад. Я даже не сомневаюсь, что человек попал в ад. Тут есть проход в ад. Да? Смотри, тут есть проход в ад. Да? Да. Ты что творишь, а? Ты что, на кого батоны крутишь? Ты на кого бочку качешь? Ищи меня. Ты где-то там выбралась? Угу. Слушай, совсем уже скатились, могилы крушим. Ты где? Я бегу. Куда?
куда то Эй, мы уже совсем скатились. Папа! Что? Посмотри назад. А вот я! А вот я! Эйл! А? Погоди, стой. Итак, от всего сердца и почек я дарю тебе цветочек. Да. Да, но я не могу его взять. А, нет, подожди, забери его. Сейчас я тебе подарю. Ты прям с ним, снимай. Подожди. Все, я тут, короче, смотри. От всего сердца, от почек я дарю тебе цветочек. Ой, спасибо. Прямо ритуал. Да. Теперь ты мне. Да. Значит, от всего сердца и почек я дарю тебе цветочек. Ой, я любимая роза. Только почему тут написано маг? Да? Угу. Маг. Отлично. Маг. 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 Магия. Май. Раньше ты знал. Нет, стой, там табличка была. Меланвиль. Надо вот, какой Меланвиль. Мы там живем вообще-то. А, ну да. Слушай, на каждом пути тут верстак. Ты упала? Нет. Что за звук был, как будто кто-то... Тебе бьет голос? Угу. Да. Сколько восстановил? Три. Хочешь еще раз? Давай. Хватит, чёрт. Не надо, чтобы ты умирала. Но я потолстею. От еды еще никто не умирал. Иди. Ну, может, кто-то умирал, но я не... О, еще кто-то сдох. Пошли посмотрим. Эйл, смотри, дожили. Начали крушить могилы. А, R.I.P. R.I.P. Погоди. Оранжевый, что там, искатель приключений? Оранжер Сквир, искатель приключений. Пойди-ка. О, сундук. Слушай, мы дожили. Крушим могилы. Да. Ух ты, какая хрень. Слушай, Эл, помнишь, у меня тоже на могиле такой сундук был? Да. Эл, мы дожили. Мы... Адские существа и живем. Слушай, у меня есть, знаешь что? Саженец яблони, все живу. Офигеть. Кстати, мы адские существа и живем в каком-то Меланвилле. Отлично просто. Да, я тебя пошлю за грибочками. Знаешь, мы скатились. Подожди, у меня кошка на телевизоре. Брысь оттуда. Все, вроде ушла. Теперь она на моей кровати, отлично просто. Тебе жалко? А? Тебе жалко? Она, если... Она сейчас ко мне идет, я знаю просто, она всегда ко мне ходит. А ты ее спугни. А если она сейчас ко мне придет, она сядет мне на пути. Любят тебя кошки. Они прям балдеют. Слушай, тут гриб еще один. Уши его! Ну все, мы живем. Хотя нам жить запрещено. Слушай, тут это копай, короче, а я пойду к другому. Тут еще один есть, блин. Он недалеко. Он только что здесь был, где он? Надо посмотреть издалека, тут где. Я шла, это был блин. Я иду, и тут один блин, по мне еще один. Окей, пособираю обычно. Ты что, рядом? Угу. А ты тут сломала? Не весь. Да? А что так? Надо весь сломать. Да. О, тут слушай, целый полисадник грибов. Иди, доламывай.
Серьезно, мне нужны мухоморы, очень много мухоморов. А если мы потеряемся? Мы не потеряемся. Эйл, знаешь, что я тебе сейчас дам? Что, грибы? А что? Кое-что другое. Да тут миллионы грибов, слушай. Все, я здесь остаюсь жить. Иди сюда. Во. Так, сейчас, погоди. Стой, стой тут. На. Что это? Апатит. На, перевод. О, спасибо. Апатит, почему нужен апатит? Я не знаю, я спрашивала. Собирай мухомор, мне нужно. И обычные грибы тоже собираю. Я буду тебя супчиком кормить. Сама я буду тебя супчиком кормить. Да-да-да. Вот в чем сам прикол. Большая честь. У меня уже 23 мухомора, у тебя? 7. Знаешь? Не знаю. 7 мухоморов, столько лет Фанте. А так-то есть 107. Лол. Ну, чтобы не париться, надо 7, да? Угу. Ну, я... Каким старьем я дружу, слышишь? Не, ей в аду 107, а в нормальном мире ей 7. Лол. А в нашем мире сколько ей лет создания? В смысле? Сколько лет пошло у твоей пони для нас? Ну, как твоя пони появилась там? 1 год. Отлично. А у меня 2 где-то. Вся прелесть в том, что я тебя буду кормить супа. Да-да-да. Сам демон. Сам демон тебя как прибавит. Да-да-да. Демон-домохозяйка. Отлично просто. Да. Просто моя мечта об усе. Да? А ты где? Я гриб тут ломаю, кто не перебил. У меня тут 16 грибочков. Обычных грибочков или мухоморов? Мухоморов. У меня этих мухоморов 36. Теперь давай искать обычные. Хотя обычных очень много встречается, мы должны найти болото. Демон-домохозяйка. Я знаю, куда я буду приходить за грибами. На болото. Бедж. Нет. Слушай, самое смешное, что мы едим салат фруктовый вместе с чашечкой этой. А грибной суп мы чашечку оставляем. Наверное, фруктовый салат настолько вкусный. Кокосовый это фигня-то, вот это. Наверное. Да? Интересно, как фруктовый салат крафтится. Фруктовый салат крафтится. Где там? Ты сколько снимаешь? 44. Лети давай быстрее, а то это... Слушай, а мы вроде хотели уже заканчивать. Я ничего не хотела. Может, ты хотела? Давай закончим тогда, когда ты приготовишь суп. Галя, борщ! Вот куда ведет дорога. Шахту? Это ж памятник сатане! Ты Джей умер. Ладно. Я не помню, да? Ладно. Перышки его тут на могилку. Слушай, а прикол он это видео посмотрит. А мы тут про него почти всю серию говорили. Анта. Что? Вернись назад. И присмотри... Нет, стой, обратно. Вот где эти деревья, встань. Вернись обратно на дорожку. А, вот, иди сюда.
Присмотрись в дерево. Что? Слушай. Нет, иди сюда. Присмотрись в другое дерево. Нет, присмотрись. Повернись. Маскировка. 80 левел. Что с этим деревом? Слушай, нам как раз нужно дерево. Нам нужны грибы. Давайте, у нас грибов полно, мне надо это, обычных грибов все. Знаешь, мы закончим снимать летсплей, тогда когда ты приготовишь суп, все. Все, у меня нет выбора? Да. Галя, борщ! Иди сюда, пожалуйста, мне нужно кое-что тебе дать. На сохранение. Ладно. Правда, я сейчас... Иди к этому долбанутому дереву, пожалуйста, быстро. А еще я сейчас умру от голода. Иди сюда, я тебе как раз дам яблоки. Иди сюда, пожалуйста. Слушай, мне капец. Иди быстро сюда. Я тебе отдаю яблоки. На. Я тебе яблоки скину. Яблоки. Вот, подобрались. Все, ты жива? Да, я жива. Я тебе могу вишню дать чуть-чуть. Зачем? Она мало восстанавливает. Ну и что, ты хотя бы покушаешь, на? Ну ладно, давай. Спасибо. Мне просто вот этот кустарник хочется собрать. Тут это, тут он дает чернику и ежевику. Она очень... Тебе нужна баклажан. Баклажан не нужен. Я даже сказала, тебе нужна баклажан, лол. Лол. Где древесина темного дуба? Он на стороне темной силы. Да, нам это на руку. Да? Собирается дерево. На стороне темной силы, нам это надо. Тебя-то поранит? А у тебя дерево с собой есть? Два. Короче, давайте на этого, а ты себе топор сделаешь. Давай. Короче, я прямо сейчас могу топор сделать. Деревянный? Да. Ты издеваешься, из деревянного ничего не заделаешь. А, ну да, точно. Я тебе могу дать камень. Тебе дать камень? Давай. На. Слушай, я все время путаю деревянный топор. Ну что? Только ты верстак забери с собой. Ладно, зачем? Ну, просто... На тебе. Слушай, Эйл, а мы на стороне темной силы? Да. Слушай, иди сюда. Иду. Типа сюда. Окей. Это очень красиво дерево. Да, очень. Все, на стороне темной. Поставь сюда верстак, плиз. Ага. На стороне темной силы, на стороне ада. Слушай, а прикол... В Майнкрафте в каком-то моде есть адское дерево. Да? Да. Но я не знаю точно, есть такой мод или нет, но вдруг есть. Слушай, иди сюда, я тебе кирку дам. Да. А зачем мне кирка? У меня есть. Ну просто мне надо куда-нибудь еще отдать. Ну. Все, и теперь я тебе даю кое-что офигенное, просто тебе вообще понравится. Давай. Да. Заканчиваем летсплей. Подожди, мне надо себе сделать. А то так нельзя заканчивать. Галя, борщ! Чего? Галя, борщ! Так и назовем эту серию. Да! Погоди, мне надо налетать себе усталость эту. Забирай этот верстак долбанный. Долбанный он уже. Да, вот видишь, ты его бьёшь. Он... Мне так нравится, смотри, как ты бегаешь. Ладно. В четырёх ножках. Сейчас побегаю. Давай встанем рядом. Сейчас. Так. И супчик такой в руках, да?
У тебя в руках, а у меня ну, в руках, да, конечно. Ну да, у тебя он в невесомости. Уже в руках, да, конечно. Да-да, конечно. В руках. Конечно, да. Да. Кто хочет покататься на мне, ставим лайки. Например, Винсент. Он? Да. Прикольно. Да-да-да. Слушай, так это выглядит, только я не смогу съесть свой сук, у меня сытость на высоте. Ладно, давай заканчивать летсплей. Итак, всем спасибо, Сусу. Ладно. Что ты делаешь? Ладно, сейчас. Закончу серию так. Ты крыльями машешь мне, понимаешь? Так. Давай. Так. Вчера помнишь? Да. Короче, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Что делать? Подписывайтесь на канал. Ссылка на серию от лица Эйл будет в описании. Хватит полку. У меня не в описании, у меня будет на экране. А, ну да. И всем спасибо за просмотр. Вот ставим лайки и мне пишем комменты обязательно. Да. Кто-нибудь писать, убью. Знаешь, такой цвет ползает, зеленый и зеленый, да. О, вот так стой. Закончил? Нет. Ой, вот так. В общем, всем спасибо, всем пока. Галя, борщ!